لا فرق بين الحرم وغير الحرم في اتخاذ السترة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخذ السترة في الحرم. Нет разницы между тем, чтобы ставить сутру в хараме, в мечети, или же вне харама. Пророк, салям, повелел ставить сутру где? Будучи в Мекке, в хараме, так ведь? И нет у нас довода, который бы делал разделение, что в хараме сутру не берется, а в других местах берется. في وسط الطواف يصلي مثلا يصلي عند مقام ابراهيم عليه الصلاه والسلام. Но не должен человек делать так, что люди делают тауф, он посередине встал и возле макама Ибрахим, допустим, и начал намаз. ما يمكن ان تصلي في هذا المكان. Не может ты там намаз совершать. ارجع يا اخي الى الخلف واتخذ ستره وصلي في الخلف، اما تصلي في طريق الناس. Вернись немножко назад, поставь себе сутру и молись там. Однако вот так молиться там, где ходят люди на дороге, совершать тауф. ما يمكن أن تصلي في طريق الناس. Это неправильно совершать намаз там, где люди ходят. في أماكن تؤذي فيها الناس. Или в таких местах, где ты как-то повредишь людям. تستطيع أن تطبق السنة دون أن تؤذي الناس. Ты же можешь эту сунну выполнить без того, чтобы людей как-то притеснять. نعم. فالآن أنت تريد تضر الناس وتقوم بالسنة؟ ما يمكن. Ты хочешь как-то притеснить людей и тем самым выполнить сунну, это будет неправильно.